Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, ну и естественно банда наркоманов, хоть как бы не в полном составе, всего лишь две девушки и два парня. И чем мы будем сегодня заниматься? Ты мог подумать то, что это один блок, но это же не один блок, сегодня не будет никакого одного блока. Не, это не один блок, не, вообще не. Но перед тем, как начать, Костянчик, братанчик, музыкальное сопровождение сегодня будет? Включай шарманку! Ответственный просто за музыку он у нас. Ну что, дядь Толик, будем стричься? Будем стричься, дядя Толя! Меня там называли просто гусь. Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые дома. Толик, подстриги меня под нолик. А чё ты вырубил? Я же не говорил вырубать. Костя. А вот, за лайк. Ну, вот, Костя говорит, если лайк поставишь, значит Костя дальше включит. Дядя Толик, подстриги меня под нолик. Мне снились музыканты и шпана, и белые дома. Все очень просто. Видишь вот эту полосочку? Когда она доходит до конца, то это значит, что в этом Майнкрафте будет идти не дождь, а будет идти криперный дождь. Страшно, очень страшно, и мы знаем, что это такое. Поэтому я включаю прямо сейчас эту шарманку, и правила очень простые. Каждый сам за себя. Кто быстрее что-то там себе скрафтит, там железную броньку, или, допустим, найдет алмазы, или хотя бы меньше всех остальных раз умрет... Тот самый большой молодец. Это будет сложно. Не каждый же день на голову нам криперы падают. Ну давайте тогда. Раз. Два-с. Три-с! Я не знаю, насколько это будет сложно. Не знаю, насколько быстро мы все с вами умрем. Но я где-то здесь видел только что деревню. И походу все пипипуки побежали именно в ту деревню. Или меня плющит. Ребят, меня плющит или... Нет, меня не плющит. Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик. Давайте мы сделаем так, то, что мы не будем бить друг друга, хорошо? Мне кажется, у нас и так очень много будет противников в сегодняшней серии. Учитывая то, что кошки вы бы там не мяукали, а прятались бы по домам. Кстати, хорошая идея, мне кажется. Ага. Ага. Ставьте свои ставки, господа и дамы, кто первым умрет в сегодняшней серии. Тут у нас осталось очень мало времени до того, как с неба посыпятся криперы. На самом деле, мне как-то немножко страшно. А чё, ля, все живы, что ли? Не могу понять. Здравствуйте, подождите, а возле меня почему-то криперы не заспавнились? Походу, мне очень сильно сегодня повезло, да? Опа, это значит то, что я могу выживать! Опа, опа, кирочку и хотя бы мечик на всякий случай, если все же мне не повезет. Парикмахер, дядя Толик, подстриги меня под нолик. Костечка, тут осталось очень мало... О, подожди, 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 дорогой мой, подожди, подожди, подожди. Вот сейчас будет жестко. Матерь Божья. Костя, божечки, спасите меня, пожалуйста, там у нас... Ага. Да-да-не-не-не-не, Костя, я... Я ничего не вижу, как в жопе у крипера просто темно. Костя, текайте из города, пожалуйста. Я ничего не вижу, что происходит в этой жизни. Хотя, с другой стороны, мне же здесь безопасно будет. Здесь меня ни один крипер не сможет найти, да? Скажите, пожалуйста, что да. Потому что Костя куда-то убежал в другое место, и мне как-то страшно очень сильно. Надеюсь, что отсюда ни один крипер сейчас не свалится. Пожалуйста, вылезу туда, наружу. Anybody home? Ой. Спасай!
Кстати, котиков в деревне, пожалуйста, это самое главное. Так, мне нужно хотя бы скрафтить хотя бы железную броню, если я смогу скрафтить железную. Мия, здравствуйте. Если я могу скрафтить железную броню, это значит то, что я уже затащил. Опа, 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 опа. А мне вообще есть смысл крафтить верстак, или это не все так просто, как я думаю? Ладно, за... Мия, 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 пожалуйста, давай мы с тобой сгруппируемся в одну команду, пожалуйста. Давай, да, проводи меня туда, где есть железо. Опа! Ну, наконец-то, не один я лохопецкий, который умер сегодня от криперов. Еще не хватает, чтобы Лера сдохла. Это будет прям настоящий комплект. Да ты что, с ума сошел? Там и Лера, уже и Косточка. Мне кажется, с каждым раундом становится все только сложнее и сложнее. Ага, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вас очень много сегодня, я вам говорил, криперы. Мистер Крипер! Верстачок поставила, жизнь Едисну спасла. Это прекрасно. У тебя есть, Мия, у тебя есть вот... Ой, я случайно! У тебя палочки есть? Есть палочки? Дай палочки. Ну, наконец-то, спустя 10 минут серии, я себе скрафтил вторую деревянную кирку. Пожалуйста, не забирайте ее у меня. Я-то тут при чём? Я просто успел вовремя оттуда смотаться. Слушайте, это невозможный какой-то челлендж. Я не могу даже вот здесь не могу пробыть на улице буквально 2 минуты, потому что они сразу же появляются. А как здесь выживать? У меня сразу же такой вопрос. Ну смотрите, я умер 2 раза. Мне кажется, что Лера уже 22. И Костя примерно так же. Ладно, сейчас вернемся туда, где была Мия. Возможно... А нет, не вернемся. Лерочка, здравствуйте, дорогая моя, здравствуйте. А вы не поделитесь случайно хотя бы пару кусочками железа, если у вас есть, конечно? Уйди. Ага, хорошо. Костечка! Костечка! А ты случайно не скажешь, дорогой, где ты прячешься? Потому что мы тут страдаем, пока Костя там, наверное, уже алмазы добывает. Да слушай, давайте сделаем так. Сейчас, подождите, эта волна пройдет. Пацаны, отстань. Да. Отстань. И ты тоже отстань. Короче, у меня предложение. Только совместными усилиями мы с вами сможем затащить эту катку. Давайте все вместе вчетвером встречаемся на спавне, группируемся и вчетвером, как только мы каждому скрафтим, давайте хотя бы по одному железному мечу, тогда можно сказать то, что мы прошли вот этот криперный Майнкрафт. Все на спавн, быстро. Лера, давай сюда к нам, и Костя, ты тоже давай сюда к нам, на яйцо в лоб. Да чё ты орёшь? До свидания, короче. Пацаны, у нас очень мало времени. Стопьтесь, пожалуйста. Не, никуда не уходи. Короче, с каждым раундом молний все намного больше становится. Это значит, чем больше молний, тем больше криперов спавнится. Короче, добывай... Да иди ты в задницу! Добывайте как можно больше дерева и спускаемся под землю. Как только мы сами добудем каждому хотя бы по железному мечу, мы прошли этот Майнкрафт. Прекрасно. Давайте под землю. Давайте все под... Бабай, Мия, давай за мной! Текаем с городу! У меня ничего... Да что ж ты будешь делать в этой жизни? Никого нет? Вроде никого. Ага. Ты что, издеваешься? Я только что на спавне появился, он на меня просто с дерева шандарахнулся. Ты что, издеваешься? Если кто-то думает, то, что выжить в этом челлендже очень просто, псина, вот на самом деле вообще не просто. Если ты хочешь, если ты меня хорошо попросишь, я в описании под этим роликом оставлю ссылочку на скачивание этой карты. Ты сможешь поиграть со своими друзьями, хоть на самом деле не нужно тебе вот эти страдания и твоему другу тоже. Оставь это мне и пипукам тоже. Мне кажется, мы за сегодня уже успели настрадаться. Да дайте мне хотя бы одно железо, да ёханый бабай, да я не успокоюсь, пока хотя бы одно железо не найду.
А вам, походу, нормально, да? Ну ладно тогда, до свидания, пацаны. Ага, угу, угу. Пожалуйста, скажите то, что кто-то да хотя бы нашел одно железо. Если кто-то хотя бы найдет это несчастное одно железо, это значит, что мы выиграли. Я просто здесь в коридоре вот этом закроюсь и отсюда больше не выйду никогда. Ага, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Одно железо, одно железо, одно железо, одно железо, одно железо. Дайте мне, пожалуйста, одно железо. Игорь, не до тебя сейчас, честное слово. Я-то думал, то, что перед началом этой записи будет очень просто играть в этот челлендж. Но на самом деле нифига подобного. На яйцо. Опа, еда, 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 еда. Мне кажется, ли там что-нибудь там... Да, мне показалось. Я не знаю, обманывает ли нас Мия или нет, но она только что сказала, что она нашла... Опа, здравствуйте, добрый бабай. Она сказала... Ты с ума сошел, да я тебя даже не звал! Пожалуйста, одно хотя бы железячку дайте! Ох, криперов, мне кажется, я только что услышал. И сколько здесь у нас получается? И у нас получается 7 железа! Вы прикиньте то, что я только что почти на всех железа нашел. Нам-то нужно было найти 8 железа для того, чтобы пройти этот челлендж. Я нашел 7. И 6 железа еще у Мии. Чё-то мне кажется, там очень много криперов только что заспавнилось. Игоречек, дядя Толик. Он обиделся на то, что я тебя дядей Толиком назвал? Ща иду, подожди. Мне еще нужно подождать 2 железа. И последнее. Вот так вот. Все, я бегу. Делаю 2 еще меча. И сейчас раздаю 7 пипукам. Ты с ума сошел, Игорь? Ты что меня пугаешь? Так. Ага, и что дальше? А, вот что дальше. Не-н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 е
Я бегу! Все, вот в этот раз меня точно не остановить. О-о-о-о! Я не знаю, как я выжил, но я как-то выжил. В этот раз меня точно не остановить, у меня всего лишь полтора сердечка. Пацаны и пацантрессы, скажите, пожалуйста, где деревня находится? Вот вроде бы... Я выживу! Я иду! Лера, держи! Я сзади тебя кинул, держи! Костя, иди сюда! Быстро! А Костя там вот в этом водовороте застрял. Костя, держи! Мия, у тебя есть железный меч? Я иду к тебе, подожди! У Мии 3 железных меча. Нам нужно все в одном месте сосредоточиться, и тогда можно сказать то, что мы выжили. У нас осталось еще 2,5 полоски. Пожалуйста, за это время добегите, пожалуйста, до этой странной деревни, чтобы мы затащили наконец-то, и все пошли дружно спать. Костя, давай, беги! Лера, заходи в дом. Заходи в дом. Давайте. Меня ж залагало. Мия, мы в самом первом доме от спавна. В самом-самом. Если ты прибежишь в этот дом, можно считать то, что мы выиграли. Да подожди, да я просто на Мию посмотреть, где она. У меня одно сердечко, больше не трогай меня, пожалуйста, тогда мы проиграем. Костя, закрой дверь сраную! Костя, дверь закрой!
Ну, знаете что, мне кажется... Костя, давай заходи в дом, заходи в дом. Знаете, мне кажется, то, что на вот этом моменте можно, в принципе, даже закончить, потому что мы, наверное, никогда в этой жизни не сможем в одном месте все дружно поселиться. О-о-о, Лера, тикай, пожалуйста. Спасибо.